Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите новое видео на канале «Всякие полезности». И в этом видео хотел бы вас познакомить с новым лайфхаком для ВКонтакте, с помощью которого вы сможете обновить старую аватарку на новую без изменения количества лайков на ней. Так, для этого нам необходимо зайти в Google Chrome. Далее в поисковую строку вписываем слово «VK-Opt». Это получается дополнительное расширение для ВКонтакте, создано для Хрома. Итак, переходим по первой ссылочке. Далее нажимаем «Установить». Ждем, пока установится расширение. Это расширение абсолютно без вирусных программ, без вируса, то есть никакого вреда он не наносит. Вот мы установили, точнее добавили расширение. Далее заходим в контакт. Вот. Видим, появились дополнительные вкладки, подарки и так дальше. Вот. Итак, выбираем любое фото, которое мы хотим заменить. Ну, допустим, вот это выберу. Итак, видим 12 лайков у нас. Чтобы поменять фотографии, нам необходимо нажать действие. Фоторедактор. Далее опускаемся в самый низ и видим тут еле видную кнопочку Update в правом нижнем углу. Нажимаем Update, далее обзор и выбираем любую фотографию. Нажимаем открыть. Идет обновление. Вот, мы поменяли свою фотографию и теперь проверяем. Нажимаем «Обновить». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, у нас уже новая фотография. И далее, чтобы сделать фотографию профиля, нажимаем просто действие «Сделать фотографию профиля». Ну, допустим, вот. На зимнюю тематику, ведь сейчас зима. Сохранить изменения. Сохранить изменения. Вот, мы обновили аватарку уже. И видим 12 лайков, как и было, так и осталось. Все, всем спасибо за просмотр. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!